Всем привет, с вами Олег на канале Маэстро Трасса. Со мной вы увидите непридуманную жизнь российского водителя-дальнобойщика, по старинке шофер. Кстати, с французского шофер переводится как кочегар. Расскажу, с чем приходится сталкиваться на дорогах нашей страны с различными дорожными покрытиями, а также поделюсь советами своими и старших товарищей. Вам остается только подписаться, и ваш внутренний мир обогатится от просмотра моих роликов, которые стараюсь сделать от души. А также свежие новости компании, в которой я работаю. Ваши комментарии и советы помогут сделать канал еще интереснее. Никак не хочет весна приходить. Точнее, зима уходить не хочет. Все метет, метет, метет. Но дорожники все равно молодцы, активно работают, если с каждым годом все эффективнее и эффективнее. Всем не угодишь, но все же. Прямо 3 километра. Ну что, вот и наступило 1 марта, весна. Прям чувствуете, весной пахнет. Окно только боюсь открыть, сдует. Просто полная жесть, но радует то, что дорожники не спят, работают. Вот один стоит дорожник, вон КамАЗик стоит, или это водитель что-то ходит, тыщет, что-то отвалилось походу. Ну не остановил, не махнул, может просто прогуливается, хочет посмотреть плоды своих стараний. Заезжаем в Дертюлинский район уже. Едем на погрузку. Диспетчера написали, когда будете. Сказал с опозданием. Ну ладно. Поехали дальше. Вот буксировочный пальчик. Он второй. Для тех, кто не знает, на Скании такая пластмасочка, она вот так вот крепится. Вот смотрите. Опа. И все. Ну, чтобы никто ей не воспользовался. 150 километров проехал. Единственное почищенное место. Надо остановиться. Снежочек счистить. Чтобы вот это вот такая херня в легковушку не прилетела. Походу лом надо доставать. Нет, без лома. Представляете, если вот это все в легковую прилетит. Сейчас фонарики помоем. Мне вот это не нравится. Да, все не чистишь. Кружечку чая. 15 минут отдыха. И дальше. Вот как вот мы ездим, еще обгоняем ведь со скоростью 90-100 километров в час, но ходить ведь невозможно, спотыкаешься. Остановились, отдохнули, поедем дальше. И опять мы в сервисе. Меняем накладки. Вторая накладка. Боренькая. Вот новая по сравнению.
Так, а пока пойдем ТТМ-ки зайдем на базу, пока накладки меняют. Такая вот погодка. Пока Урал стоит, все стоят, мы потихоньку едем. Потихоньку едем, это тоже неплохо. Лучше, чем стоять там где-то, где никаких условий нету, не покушать ничего. Уверен, там сейчас начнут хлеб по 150 рублей продавать и все такое. Ну и давайте новости компании. Какие новости компании у нас? Перепробег. Опять перепробег. С 1 марта изменения. А изменения, в принципе, все то же самое осталось, только строже. Если раньше не обращали внимания, то теперь стоит чуть не согласовать маршрут, сразу перепробег. А перепробег, если раньше был 25 рублей и 50 рублей, точнее, не согласованный, как я понял, сейчас сделали 55 рублей и 75 рублей, если ты транспорт использовал в личных целях. Вот как-то так, такие пока изменения. Пока в других компаниях повышают зарплату, у нас ужесточают штрафы. Да, ну все, короче, уже думаю, пора заснять и вот это показать, вот это вот. Как мы тут пробираемся через вот эти снежные сугробы, покровы. При этом логисты думают, мы, наверное, этот филоним. Такая ситуация получается, то что у меня через 9 километров мой дом. Через 9 километров мой дом. Я, естественно, заеду домой. Я дальше не поеду в такую погоду. А получится так, то что я не поехал, заехал домой специально, потому что я в челнах грузился, в челнах даже ветра нету, просто ветра нету, все тает, там плюс 2, плюс 3. Выехал, ветрище, ну дорога открыта, думаю, ну сейчас быстренько доеду, бавлы Абдулино, в бавлах выгружу, завтра в Абдулино и сразу назад на погрузку. Ага. И получается, о, мужчина, надо на встречу движения идти. Вот он идет, вот его, видели, покачивает. Не, он не пьяный, его бы его ветром. Такой ветер на улице. Так, сейчас населенный пункт этот проеду и продолжим. Ну, наверное, тут может быть тут переметы по снегу этот поднимусь. А там гололед был. Ребята, как там дорожка на метку, не подскажете? Ну тут смотри, поедешь, у тебя получается этот. Сейчас как направо завернешь, если на Карабаш. Там лед, вообще сильный лед, но посыпалка ездила, а так прям стекло. Вот, налево не знаю, туда если ехать, на, ну там вообще дорога заметенная, на перекрестке там в гору, там даже этот, тракторов не видно было. Карабашу ходить, конечно. Повтори. Парк, уходить надо там. Да, на светофоре направо уходишь и пошел потихоньку на Карабаш. Понял, спасибо, принял. У вас там на углу на кольце сложновато будет. Ну, я до дома доеду, я дальше не поеду, там говорили, то, что скользко. Ночью надо спать. Сейчас наступает весна, и в любом случае, утром посыпалочки проеду, днем будет этот солнышко припекать. Какая бы ни была погода, солнце будет припекать, и гололеда не будет. Точнее, вот даже сегодня днем припекало, дороги текли, ночь. О, видно, не видно, минус один. И все. Вот оно достаточно. Время 19:10. Сейчас еще часок, минус 2, минус 3 и все. Все встанут, как в Карабаше. Там по-любому ДТП какой-нибудь, потому что там весь подъем, все в фонариках, все на аварийках стоят. Но это мы завтра узнаем. Зайдем в новости, почитаем. Блин,
просто без слов. Вот как вот тут вот? Тут как вот ехать, а? Все, сейчас встану, все, конец. Давай, 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 родненький, давай. Потихоньку, потихоньку. Ай-яй-яй-яй-яй, складывай, складывай, складывай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Прям-прям-прям-прям-прям-прям. Короче, он объездная там. Да-да, теперь заметает дорогу, блядь. Пятерку вообще закрыли нахуй. Закрыли пятерку, да? Закрыли, прям это. Полиция выехала нахуй, развернулась. Понятно, ну значит едем домой. Я думал поехать. Ну нет, теперь без сомнений. Спасибо. Удачи. Да не за что, и вам счастливо, парни. Кстати, бочка, ты пошла, у тебя карабаш перекрытый. Перекрытый, да? Да-да, через Лениногорск там отправляют. Там что-то ДТП какое-то. Этот, если что, вот на Лениногорск возвращайся. Но дорожка так себе, желает лучшего. Нахуй, ебать, вот там лазить буду, где-то, блядь. Нет-нет, нормально-нормально, развернись вот пока не поздно, если, ну, торопишься. А если не торопишься, то вон где-нибудь на заправке вставай. Там, кстати, в Талыбуляк есть стояночка, можешь туда заехать. Там груженый, не знаю, вылезу потом с этой стоянки, нет? Не-не, там хорошая стояночка, там получается этот хозяин, он прям с утра на своем тракторе выезжает, вычищает, вытаскивает, если что. Ну, стояночка такая нормальная, не смотри, даже если заметет. Там молодец мужичок, хозяин. Да-да, он сейчас до сих пор там чистит. Поехали, видать. Да-да, вот сегодня его нахваливали, то что вообще молодец, красавчик. Ну вот и все. А мы тем временем заезжаем в город. А, ничего, в городе нормально, хорошо. Вот я только пример приводил ведь. А, получается, в набережных Челнах красота. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега. Поедем по городу, ну заметенные. Но ни ветра, ничего, такого переметов уж нету страшных, как вы видели сейчас, что на трассе происходит. По рации говорили, все перекрыто, все трассы перекрыли. Поэтому раньше 8 утра даже выезжать не стоит. Продолжаем движение, уже день, так сказать, утро. Как мы видим, дорога не лучше, переметы и все такое. Так вот, уважаемые товарищи логисты. Баблы. Короче, я не знаю. Я вон там встал. А тут я тем более не проеду. Ну и вот мы заехали в набережные Челны. И все как всегда. Дороги чистые, красота, лепота. И почему мы так долго ездим, все ведь хорошо. Какие снегопады. Всем удачи, ровных дорог. Подписываемся, ставим лайк, пишем комментарии.